Всем привет, с вами Виктор Альтермах, и сегодня я поеду играть первый матч за свою сборную команду. Я пока еще не сделал так. О, босс, похоже. Мы сразимся с самой крутой командой. А, что я тут смотрю? Так, вот, то есть особые. Вот он. Против Детройт. Поехали. Поехали. Все, вперед. Оп. Сражение поехало. Видите, я немного приболел, я уже это говорил, по-моему. Ну, все болеют куда-нибудь. Там поставление игроков идет. Как-нибудь посмотрите в другой раз, когда я там команду переформирую. Во! Почти. Смит, давай, Артукин, ей, гол, ла-ху, ура, позырим, как это было, вау, да, нормально. Нормально, нормально, нормально. Будем сбивать с ног. Да, блин. Нужен нападающий. Давай, 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 защита работает. Конечно, Купер не пробиваем, и все это знают, наверное. Ну, это первая серия, наверное, не все еще знают, что Купер не про... Но если посмотрите первую серию, где я там создал команду. Ох ты, меня вратарь под ножку поставил. Это что, не считается, что ли? Так, давай-давай-давай-давай, морги. Блин, давай-давай-давай-давай. О, шайба улетела. Вот, вы можете так же вот... У них там что, кого-то забрали, что ли? Ах ты! Вау, вот это были вообще такие. Офигеть, избивание. Надеюсь, у меня никто не никого. Второй гол! Ура! Наши вообще крутятся. Многие из вас уйдут, я это говорю. Ванга, блин. Ха. Так. За первый период оторвались. Но два гола это как-то... Они сейчас будут жестко играть. Так как у них вратарь вообще дырочка, наверное. Хотя, может быть, и нет. Так.
Ах ты! О, ворота сдвинули вообще жестко. Блин, ты у нас тут вообще. Так, нужно дальше выбросить шайбу. О, вот это примял. Тут у меня... Поехали. Сейчас позырим в повторе, как это было. Сработались вообще четко. Так, и выбрасываем. Так. Поедем. Ах ты! Ладно, в следующем посмотрим, как он уходит. Ну, в принципе, это одинаково. Ах ты! Ах ты, сволота. Вот так, расписовочка. Так, нужно продержаться, чтобы болит не было, а то я там не подготовился еще к болитам, мне нужны там игроки получше, чтобы забивали. Ох ты, блин. Надо было работать. Так, давай. Толстый. Так, давайте нам, так, пауза. Итак, я продолжаю, так, давай, блин, я думал, жестко работать сейчас, ах ты, блин. Давай, Купер, Йорку, Смиту. Так, все, так. Сейчас давай такую же схему отработаем.
ты. Вообще так прижали его. Ах ты. Нет. Давай Йорку. Йорку, Йорку, Йорку. Так. Офигеть, его так забили тупо шайбой. Офигеть, еще будем. Нет, в принципе, так пойдем. Офигеть, почти. Ну там пропускай мне ролики. Смифло! Поехали, 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 поехали. Еееее! Пятый гол! Ура! Все наши говорят, Так, ну я думаю, может быть, ролики не пропускать эти мелкие. Ах ты, так нужно их выбросить подальше. Офигеть, так тупо умяли. Ударил там под конец. Вот и конец периода. Тут идет повтор всех этих ударов. Вот этот вот гол. Вообще такой здравый. Тут у нас много голов было. Блять, мне там тупо шайба летает, ты бишь. Посмотрим. А в какой-то тогда я такой забил, ты бишь. Нет, не этот. Вот ты рад, да. Это я так его с двух сторон обманул. Уа, ты бишь. Ты бишь, так тупо прижал, ты бишь. Со стороны зрителей такой. Это Купер? Его он не пробьешь ничем, наверное. Ну, может быть, если сам себе или какой-нибудь очень, ну, очень крутой. Хотя такие боты, наверное, в мире. О, так, ну это не то. Где там вот такой вот удар боковой, который был? Или я бы пропустил? Давай, 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 давай. Ну, все равно я пропускать не буду. Сейчас уже там это почти, она кончилась. Тут голы покажут. Ну, в основном мы забивали. Хотя да, в основном как-то в основном. Вообще мы забивали, потому что нам ни разу не забили. Хотя вообще такие удары были смачные, конечно. Ты бишь. Да он так, уау, так подмышкой поймал. Бишь, прям в харю. Давай, разбирай. Во, все. Вот они уходят, и мы также уходим. Ну, только формы другие.
И затылки. И третий болит. Ой, третий кубы болит. Третий. Я забыл уже, как он называется. Период, вот, третий период. На воротах стоит несменный Купер, который не пропустил пока еще ни одного гола в этом матче. Я пока не хочу заменять его на другого вратаря, потому что Купер все равно. Купер, давай, 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 давай. Вау! Так я натыкаюсь на толпу. Вау! Морде вообще морда. Да. Так, чуть-чуть, немного. Блин. Если бы он был чуть-чуть помечен. Вау, вот это вот он прям ударял. И это было вообще жестко. Интересно, что там, чего ему не сильно досталось. Детройт. Вау. Давай, 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 пасуй. Офигеть, он даже понять не успел, что там случилось. Давай, 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 давай. Ах ты. Ты дышь. Майк, давай. Ты Нью-Йорк почти что. Вот отлёг. Отбивает. Это окажись побили. О, они жестко играют. Ну, Купер все равно не пробиваемый. Еее, шестой гол. Давай пока. Вау, 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 резкий ворот. Так, еее, пауза. И ладно, я продолжаю. Так, нужно. Так, ну эта тактика тут не работает. Давай. Так, Смит, ты уже забил, по-моему, гол? Йорк, ты забил, по-моему, прошлый гол. Арт-обстрел! 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 Блин, чё я какой-то чуть не несу? Ну, бывает. Куда же я бы там улетел? А. Всё, он поймал. Ну, сейчас уже выиграем, наверное. Ну, да блин, тут точно еще никто не наведет. Они не могут забить. Но... Потому что на воротах стоит Купер, которому никто не забьет. Хотя, все равно надо быть поосторожнее. Это вдруг... Вдруг бывает все подряд. Так, сейчас его там прижмут.
Кости. Вестлог. Это вообще вода. Одно где можно. Да. Они вообще так обрадовались. Ну ладно, ты, Купер, держался вообще долго. Ну блин, одну шайбочку пропустить. Ну, можно. Скажите, ребята, можно. Напишите в комментариях, кто считает так же. Я же взял. Я ближе был. Баг игры. Как они так перехватывают вообще? Эндермены, что ли? Они вообще вдохновились так этой победой. Ах ты, блин. Ну, вот видите, отбили обратно. Я даже не понял, как было это все. Да, он не успел защититься. Ну, у нас все равно победа. Никогда нельзя. О, все, мы победили. И всем спасибо, что смотрели. С вами был Некоторый Тремох. Поздравляйте с победой в этом матче. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, лайки. С вами был Некоторый Тремох. Всем удачи, всем пока-пока, сейчас только звезды осмотрим. Так, это кто? Йорк, о, Йорк. И кто там последний? Марк Смит. Блин, жаль, Купера не показывает, но он ничего, гол не забивал, он вратарь, ну, он... Повтор показывают. Ох, ну да, он вообще мор. Ну, одну шайбу можно. Можно. Интересно, кто его забил? Да! И... Надеюсь, вам это очень понравилось. Ну, или хотя бы просто понравилось. Потому что не зря же я ее скачал. Ну, конечно, ну да, не зря для себя поиграть, но еще и... У меня еще куча игр от EA. Вау, смена действия. Тут всякие толчки опять показываются. Хренак. Вот видишь, как он так не, как он так отбил, интересно. Он, потому что он вкачанный, потому что вкачанный. Он тупо, там ничего не было, никакой стены. Типа он до рукой дотянулся. Что, не покажут? Да, не покажут. Да, ура! Ну ладно. Все.